У нее люк есть, Toyota. Да нет, мне она не нравится. Иди сюда, она красивая. У нее номера классные. Дорого стоит. А нам что, такую не надо, дорогую? Нет, я маме показала такую черную, мама сказала, что она очень дорого стоит. Ну, то есть нам фьюжика достаточно? Да. Ну, давай, говори свой привет-привет, Жора Бжорыч. Всем привет-привет, это канал Котики на Котики. И сегодня мы будем делать бутерброд. По Кирыному старовинному рецептику. Рецепт старинному, да? С чем будете пить? С йогуртом малышня. Да, малинка, что-то там и еще, да? Малинка и брусника. И брусника? Вот это что. Красная смородина, там же написано. И в этом нам поможет наш верный друг и помощник, ножик. Да? Да. Булочку резать будем, да? Да. Ты точно придумала этот рецепт сама? Да. Рецепт какой? Отрезать булочку, положить туда сырок. Ну, сырок домой. Да. Ну, кусочек же можно? Ну, кусочек маленький. Только если ты так же сможешь его сделать. Отрезать, да? Да. Хорошо. Тебе булочку на три части разрежу, у тебя будет три бутерброда. Три бутерброда? Ой, простите, да? Извините. А еще ты расскажи, какую ты колбасу выбрала, с чем? Я выбрала колбасу с беконом. Почему? Потому что она жарится на шашлык. С беконом? Потому что она... Любит бекон. А бекон это что? Бекон это свинка. Да. И там у нас такие маленькие колбаски, да? Да. Которые мы тоже будем резать мелко. Колбаску пополам порежь. Пополам? Да. Это как-то слишком будет мелко. Булка с изюмом, с колбаской. Йогурт можете открывать уже свой сами. Ой, спасибо. Да? Пока я вам тут колбаску нарежу. Открыла? Начала. Начала? Да. Пожалуйста, только ничего во фьюжике не вымазывайте. Хорошо? Угу. Ты у меня такая путешественница. Вкусно. Как Даша путешественница, да? Угу. Очень вкусно. Где же жулик у нас спрятался? А жулик у нас Кира, да? Угу. Еще тот жулик. Точно сыр будешь, да? Да. Прям резать тоненько, да? Да. Только аккуратно, ты неаккуратно отрезал. Ну, извините, простите. Извините, надо аккуратно резать, чтобы бабушка не догадалась. Да мы бабушке скажем, что ты съела кусочек. Все, можете приступать. Расскажите про ощущения. А, вы хотите сэндвич сделать? Да. Так давай я тебе еще колбаски туда подрежу. Бутерброд не надо, бутерброд. Нет. Аккуратно колбаса, чтобы не выпала. Над столиком кушай. Вкуснотища? Угу. Ты доволен, ребенок? Как мы сегодня погуляли? Вот. Ну, расскажи, если тебя покрестили, то ты кто? Крестьянин. Почему крестьянин? Потому что тебя покрестили? Да? Угу. У тебя колбаса выпадает. Аккуратненько. Не бойся, не выпадет. Боюсь. Намусоришь тут, мне уже намусорило чуть-чуть. Да? Ну ладно, на столиком кушайте. Ребенки не должны быть голодными, да? Ты же ребенок не голодный. Ты же поела. Смотрела, какой будет Хэллоуин, да? Ну как, хорошо нарядили. А почему тебе Хэллоуин нельзя отмечать, ты говорила? Потому что мы крестьяне. Потому что мы крещеные, ты крещеные. Говорила, а не крестьяне. Крестьяне это те, которые в поле работают. И рюкзаки в транспорте не снимают, ходят с рюкзаками по транспорту. Значит, крестьяне. Понятно? А ты крещеная. В православной церкви, да? Поэтому ты не празднуешь. Угу. А вот если бы в католической тебя крестили, то ты бы праздновала, да? Ну, вкусно хоть. Ладно, тогда говори всем пока-пока. Полный рот, да?
такая вкуснотища. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.